В республике Коми наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа». В канун Международного дня защиты детей участников творческого состязания приветствовали в Центре кинологической службы. По словам организаторов, выбрать лучших оказалось сложной задачей, ведь все работы выполнены в оригинальном стиле и заслуживали самых высоких оценок жюри. Юным талантам пожелали новых творческих достижений, вручили дипломы и памятные подарки. Ну а после торжественной части провели экскурсию. Ребятам рассказали о деятельности кинологов, а овчарка Ангара продемонстрировала свои служебные навыки. После школьники прошли на дрессировочную площадку, где первые команды осваивают 4-месячные щенки немецких овчарок. Возможность пообщаться и погладить новоиспеченных помощников полицейских, безусловно, порадовала.